Что, дорогие друзья, ну я хочу сказать, что моя мамочка, Шевченко Галина Григорьевна, была бы безумно счастлива сегодня, 100% бы сколько бы она сказала, никто из вас столько не скажет. Дело было передано ей, и я думаю, что она прекрасно все сохранила, приумножила и, можно сказать, и передала, да. И передать есть кому. Это замечательно, что есть преемственность поколений, что все приходят, и даже мои вот дети, вот уже младший, третий сын мой. А мы не берем. Да, уже даже был сфотографирован на пороге обсерватории в Люльке. И мы должны, кстати, с мужем на пороге знаний. Потому что это здорово, это хорошо, обсерватория живет. И я счастлива, что все встречаются. Анна Сергеевна Костык, которая уже представилась. Мама ее была Галина Григорьевна Шевченко, которая после Василия Васильевича, как мы думаем, именно выполняла волю Василия Васильевича и возглавила после него 17 лет. В течение 17 лет руководство обсерватории.